Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня Электрик. Сегодня мы начинаем проходить Чужой против Хищника, эпизоды Хищника. Начинаем. Новая игра. Среднячок. Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Небольшая менюшка, честно, вот фу, какая менюшка, загрузка, Чужие против Хищника. Нажмите клавишу 1, чтобы произвести мощную атаку, которую нельзя. О! Обычный будний день. Хищников. Вот мы видим Чужих, которым мы будем в следующий раз играть. Ну, не в следующий, но после этой истории. О, это, видимо, мы. Испытания начнутся. Готовься, младший. Прежде чем начнутся испытания, просканируй территорию. Когда будешь готов приступить... Окей, сюда. А их видно, кстати. Это я двигаться не могу. Черт. На. О, наконец-то можем двигаться. Ну что ж, ну же, урод, давай. Мощно, мощно, но не сильно. Где ты, собачка? Ух ты. Слабовато. Ух ты. Ух ты. Слабо. Моя кровь. Вот так вот. Следующий где? А вон ты где? Так, о, наконец-то. Ты чё, а? Ты чё? Так, быстрая атака позволяет нанести удар противнику.
Все, получил. Когда мы на аптечку? Левый shift. Ты отличный боец, молодший. Выполняю приказы старших. Хорошо, ты овладел навыком ближнего боя. Индикаторы основной дисплей. Охоты. Угу. Ладно, аж так аж. Я ж тут был. Я не могу ходить. Чё, секстурка застрял? Нажмите один, чтобы выбрать плазмомент, выстроить плазмомент, нацеливаешь, нажмите все силы, еще три. Это понятно. Ну что ж, идите к папочке. Да. Нижний левый индикатор показывает количество энергии, наряжай, чтобы выстроить из планеты склонши 3. Но ранее твое оружие заряжается автоматически. Впрочем, на охоте тебе предстоит заряжать плазмометы обменные именно от источников энергии. Ага. Поняли, как отказаться. Вот так вот. Мы и схватили. Вот твой первый трофей воина. Потом их станет больше. Бумс. На, детка. Честь и хвала тебе. Помни, что в твоем уме добываем жертвы, ты уязвим. Goodbye. Ах так, значит, да? Я по-хорошему. Оно мне так, да? Ну то дим. Малыш. Ха-ха-ха-ха. Слышал право на войну. Итак, пришло время арены. Изми место рядом с братьями. Мы перевели тревожный сигнал от группы младших. Вперед. Ну где тут? О. Вот так вот. Ну что ж, продолжим дальше. Небольшая загрузка, сейчас будет небольшая видеозаставка, я тогда замолчу. Буду говорить тогда, когда заставка закончится. Еще примерно 10 минут и... до следующей части, и потом другую часть в другое время. We'll be right back.
Уходи, ублюдок. О, да, я помню этот момент. Я тогда, как вам сказать, протестировал Фрапс впервые в жизни. Я тестировал Фрапс именно в этот момент. Да, когда, типа, этот, я тестировал Фрапс Бандикам и прочие программы. Так, задание Z. О! Скрытность. Активировать скрытность устройства. Изучить. Да легко, мужик. Продолжаем патрулировать. Но тогда поищем ксеноморфов. Думаешь, что говоришь, рядовой? Черт, забыл. Ты же уже с ними встречался. Да меня не ксеноморфы пугали. А кто? Те, кто уничтожил Марло? Да. Без предупреждения. Бах, и все. Нет, Марло. Мы не знаем, кто это или что это. Ясно одно. Против их оружия. Наши просто куча хлама. Да. Черт. Люди нарушили. Ну сейчас людишки. Похоже, колонистов убили ксеноморфы. Можем подтвердить факт заражения, да? Думаю, да. Пошли, этим беднягам уже не поможешь. Не снижаем бдительности. Ха-ха-ха, как в Бэтмене бесшумное убийство. Трофейчик. Здесь у нас ничего. Здесь неподалеку где-то есть одна штука. О! Нет, это не она. Да тихо! Спокойно! Помни, чему тебя учили! Без боя сюда никто не пройдет! Ну же, урод, давай! Сюда! Это моя любимая фраза, как хищник. Человек. Выходи, ублюдок. Иду я, иду. Зря ты покинул своего товарища. Противник на прицеле. Черт, спалился. У него адаптивная маскировка. Патроны кончились. Вот так вот.
Так, мы сломали. Так, прикол, стрельну, так что не спрашивайте, почему я стрельну. Сейчас у нас будет драка. Уи! Бедненький. Ну что ж, битва с ксеноморфами, и это следующая часть. Ну, давай, 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 иди сюда. Беги, беги. Новое задание — убить ящера. Да не вопрос. Идите сюда, детки. Идите сюда. А вы не видны в темноте. А знаете почему? Потому что вы мертвые. Ах ты. Че, съели, да? Вау. Вот черт. Вот нам сюда. Идите сюда. Одного вижу, второго вижу, третьего. Иди сюда. Ах ты, кто? Так, на всякий случай. Слышь ты? Ну же, урод, давай. Все. Продолжим в следующей части. С вами был Саня Электрик. Всем пока.